Они выполняли свой профессиональный долг и спасли жизни 6 людям, включая ребенка. 17 июня на Ульяновскую станцию скорой медицинской помощи поступил звонок. Женщина из Заволжского района потеряла сознание из-за проблем с сердцем. На место спустя несколько минут приехала бригада скорой помощи. Но, как оказалось, госпитализация потребовалась не только пациентке, а почти всем находившимся в тот момент в квартире людям. И дело было не в главной мышце тела. Там еще находилась семья друзей, бабушка в этой квартире и ребенок. Мы женщину начали обследовать, осмотрели, стали снимать кардиограмму. В это время закричали, что в соседней комнате плохо ребенку. Дальше сознание терять стали по очереди. Одной бригаде медиков справляться стало тяжело. Вызвали подмогу, а заодно бригаду МЧС. Сотрудники скорой помощи почувствовали неладное. Во рту стал появляться сладкий привкус. Подозрением на отравление. Пока ждали остальных, врач-анестезиолог не растерялась. В квартире открыл настежь все окна. Девочку отнесли в реанимобиль. Кто был в сознании, вывели на улицу. Остальных госпитализировали по мере прибытия машин. Из опасной квартиры всех вывели за 8 минут. Мы поняли, что это отравление газом, но только каким газом мы не могли сначала понять, потому что никакого запаха нигде нет. И о том, что это газ именно угарный, даже в мыслях этого сначала не было вообще. И ребенка, когда мы дали ей кислород в машине, она когда уже в себя начала приходить, потом уже начала осмыслить, что возможно, что это угарный газ. Вместе с Ниной Богдашкиной в ту ночь людей спасали медсестра Валентина Афанасьева и медбрат Вячеслав Косолинский. В одной бригаде работают уже 33 года. Сами себя ни героями не считают. С их слов, просто делали свою работу. А вот вся команда станции Ульяновской скорой медицинской помощи коллегами гордится. Хочу, так скажем, очень порадоваться за то, что у нас есть в наших рядах такие сотрудники. Сработано было очень профессионально, очень грамотно. Сделано было все, что необходимо в данный конкретный момент. В данном конкретном случае, в данной конкретной ситуации. Губернатор Ульяновской области посчитал должным героическую бригаду скорой помощи наградить лично. Церемония награждения благодарственными письмами прошла в здании центральной станции. Конечно, хочу вас поблагодарить за правильно выбранную профессию, которые, ну, может быть, я хотел бы, и, может быть, даже так и есть, дала возможность вашим детям, внукам повторить ваш подвиг. А вашу работу уже нельзя назвать работой, потому что каждый из вас является уже там примером для нас, для всех. Глава региона также обсудил с бригадой в присутствии регионального министра здравоохранения условия работы и технические возможности, которыми владеют медицинские сотрудники. Рената Леулова, Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ.